Всем доброго времени, мои дорогие, с вами Марита. Сейчас я вам буду делать такой ритуал онлайн, оморочка на врага, да, мы будем на врага делать оморочку. Так, смотрите, то есть что такое оморочка? Оморочка, запутаем его мысли, чтобы плохо было этой твари, чтобы страдала, болела мразь, психически заболеет, будет страдать, ну, будет очень плохо. Так, смотрите, еще хочу немножко сказать, что вот камеру, наверное, подвину. Вот женщины, которые мне писали, что с помощью черной магии нельзя исцелить тяжело больных. Все это бред, исцелить можно. Расскажу небольшой случай про себя. Так как я работаю на кладбищах, да, и хожу, могу и ночью выйти, я тоже человек и могу простыть, заболеть и так далее, да. Вот, и я как-то простыла на кладбище, вот сильно, и у меня по-женски образовалось в двух яичниках две больших кисты, очень больших, они не подлежали вообще рассасыванию таблеток. Вот, и, ну, врачи говорят, ну, болело у меня там все, да, врачи говорят, надо как-то удалять. Но так как я ведьма, и я верю, да, как бы, в исцеление, и сама этим занимаюсь, я ни в коем случае никогда никого не отговариваю от врачей. Лечитесь, ходите, никогда плохо ничего не говорю. Вот. Но больше я склоняюсь, конечно, к целительству по черной магии. Вот, ну вот что было. Я провела данные мной ритуалы. Это было из моей практики. Я провела данные мной ритуалы. Подождала дня 4, может быть, 5. Ну и пошла на УЗИ в частную клинику. Здесь у нас, в Краснодарском крае. На что доктора были удивлены, ни в правом, ни в левом яичнике кист у меня уже не было. Так что все это можно доказывать, я никому не буду, но ко мне приходили, обращались очень много людей достаточно, вот, и я многим помогала, вот. Так что исцеление возможно. Исцеление возможно, но его могут делать, ну, может быть, 2-3% действительно людей чернокнижник. Итак, поехали. Что сейчас у нас будет? Смотрите, ритуал у нас будет темный. Мы будем делать на врага. Представляете сейчас врага. Смотрите вот на эти свечи. Мы будем читать на него оморочку. То есть мы будем оморачивать врага. Вводить его в заблуждение, чтобы был сам не свой. Будем твари, мрази там. Кое-какой есть у меня там на примете. Вот. Посылать. Давай, зажигайся. Посылать будем морок. Будет серьезно болеть, страдать. Вот. Смотрите, ритуал у меня темный. Понимаете, да, о чем я говорю? Здесь оставляется откуп. Если вы не можете оставлять по всем правилам откупы, то лучше оставлять их, конечно, уже через практику. То есть, понимаете, о чем я говорю? Оставляйте обязательно откупы, они нужны. Мы должны это понимать. Я-то понимаю, вы понимать должны. Что будет после врага? Ну, нехорошо будет. Ой, после ритуала этого, да? С врагом будет нехорошо, он отливается, может даже и опухоль у него быть. Смотрим просто на свечу. Я буду тихо читать. Как мухи, так и мрыг, а у тебя не крепенько прилипают, так мои слова, дела, взгляды твои.
Видите, как висит у нас свеча? Сейчас даже сфоткаю. Просто висит, как висельник. Здесь даже, возможно, повесится этот человек. Я реально, я сейчас напускаю на вражину прям серьезную парчуху. Сейчас, минуту. Прям серьезную парчуху. Так. Поэтому внимательно смотрите. И представляете врага, прям представляете. Напади на тебя сонда морок, не поодиночке. Все ссора, глаза твои отложу, сознание твое путаю, черную паутину путаю, как мухи до комары в паутине крепенько прилипают. Так мои слова. Дела взгляда твои, волю усыпляют, спит твой ум, а разум твой засыпает, как земля впитывает воду, так и ты мою волю исполняй, навались на тебя морока с каждой стороны, с любого бока пропади, если на разум твой не один час со мной. Так сразу тебя расколдую, братья черти. Путы мои на патимат. Накиньте, набросьте, наложите. Ее волю моей воли почините. Учи твои в тумане, а ум разум твой в дурмане. Учи твои в тумане, а ум разум твой в дурмане. Учи твои в тумане, а ум разум твой в дурмане. Учи твои в тумане, а ум разум твой в дурмане. Учи твои в тумане, а ум разум твой в дурмане. Гой. Гой. Сейчас представляете вражину. Просто представляете врага. Напади на тебя сундук урок. Не поодиночке, а все ссора. Глаза твои, твое сознание, твое путаю, черную паутину путаю, как мухи, то комарь к паутине крепенько прилипает. Так мои слова тело взгляды, твою волю усыпляют. Спит твой ум, разум твой засыпает, как земля впитывает. Вот так и ты мою волю исполняй. Навались на тебя морока с каждой стороны. Если бы мог пропади, если разум твой на один сон. Через землю путаю, крутую, кручу, делай так, как я хочу. Научу твои слепота на руки, на руки, ноги твои, а не менее, как волю твою. Мою любовь повели, на волю твою, мою любовь повели, как на лик твой подует, так сразу тебя и расколдую, братья черти мои. Буду мои на патимат. Накиньте, набросьте, наложите волю мою, моей воле подчините. Учи твои в тумане, образу твой в дурмане. Учи твои в тумане, а образу твой в дурмане. Учи твои в тумане, а образу твой в дурмане. Учи твои в тумане, а образу твой в дурмане. Кой, кой, кой. Гой. 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 Заклята истинка.
смотрите, девочки, ритуал проведем. Но не забываем, сейчас это все догорит. Смотрите, не забываем о откупе. Что такое откуп, вы понимаете, вы знаете, что такое откуп. Поэтому относитесь серьезно. То есть слова были с призывами, ну, бесовских как бы сил. Ну, мы призывали, то есть, да, бесовской пантеон. Вы должны это понимать. Поэтому здесь уже отнеситесь серьезно. Я говорю, что надо относиться серьезно. И говорю это по многу раз, наверное, многие слышат. Но мне не составит труда это повторять, потому что это ваша же безопасность. Так это таковое является, потому что мы видим, да, здесь будут у него висит враг, здесь будут какие-то мысли о суициде, сразу повисла свеча, воск, точнее, от свечи. Смотрите, здесь мы, я делала, проводила морок, то есть морок в данном случае, как бы, он серьезный. И как-то его не реагировать на него нельзя. Тот, кто шутит с магией, плохо заканчивает потом на самом деле, действительно. Любой призыв, он откупается откупом. Мы не можем быть такими беззаботными в мире магии. То есть мы должны за все держать ответ. То есть потом не удивляйтесь, а почему вы болеете или там что-то еще с вами там такое случилось. Да? Поэтому вы должны понимать, что это такое. Всем желаю добра, всего хорошего. Кто знает, как оставлять откуп, оставляйте его сами. Вот, по всем правилам попрошу. Кто не знает, ну, не шутите. Лучше оставляйте его через мастера. Номер карты для откупа я указываю. Всем добра!